мягко размыли, чтобы ничего резкого не было. Вот масляной живописи вся правая часть здесь была бы темная-темная. Вот, акварель нам позволяет избегать полного закрашивания и такими скупыми мазками строить форму, строить пространство и воздух. И тренирует наш глаз, конечно же, необыкновенно в том, чтобы видеть это пространство в нашем изображении на бумаге. Вот, когда у нас пигмент такой разбавленный, когда он высыхает, даже при использовании большого количества воды, он не оставляет разводов неприятных. Вот, поэтому мы можем позволить себе очень сильно разбавлять водой пигмент. Видите, этот треугольник света я игнорирую. Он нам тут совершенно не нужен. Вот, что нам понадобится, так это вот падающая тень от рамы. Потому что она тоже подчеркивает, во-первых, фон за кувшином, во-вторых, горизонтальную линию горизонта, горизонтальную поверхность и вертикальную. Слегка размыть, чтобы показать освещенную часть кувшина, освещенную сторону кувшина. Не закрашен.
должно быть белым. Там здесь коричневым немножко фон продлеваю, но оставляю общий цвет, обобщенный такой серый, чтобы чуть-чуть он был теплее, но тем не менее оставался посаженным в фон, то есть задний план. Тоже на раме тень. Вот, с вот этой стороны тень на раме, она у нас подчеркивает цвет на листочке. Здесь у меня уже начали появляться такие характерные разводы, которые бывают в акварели при высыхании слишком мокрых областей, но их можно легко удалить, особенно на бумаге, которая 50% целлюлоза. Если это 100% целлюлоза, то чаще всего все впитывается, моментально удалить не так просто. Можно слегка наметить рельеф рамы, не сильно вдаваясь в подробности, только несколькими пятнышками, особенно на свету, потому что детали мы делаем в акварели на свету, в тени мы все оставляем более общо. Здесь у нас тоже тень. Здесь будет все очень общо. Может немножко только рама выделяться и все. Вот, здесь можно даже раму слить с фоном.
Работаем здесь уже дрессировками. Естественно, моя задача по колориту упрощенная, благодаря тому, что я использую мало цветов. У меня практически гризаль. Живопись в один цвет.
И сейчас мы введем немножко охры, совсем немножко, кое-какие акценты.